Куда едем, пап? Я не знаю, куда ты меня везешь. Я тебе точку скинула и еду. Ну что ты врешь? Мы едем куда-то на несколько дней. История такова, что у нас был грандиозный план, точнее у меня это был грандиозный план отмечания дня рождения Паши. Но кредитная система Airbnb жестко кинула меня на бабки. Поэтому отдыха в стиле Rich Beach не будет. Как? Rich Beach. Luxury. Rich Beach Luxury. Поэтому мы едем на дачу. Но мы сейчас покажем вам, какая это будет дача. Да? Да. Ну, папуль, все равно прикольно будет. Мы опять едем на двух тачках с собаками. Вот, ладно, через полчаса увидимся там. Раскидались. Опять поедем немножечко тусанем. Мой день рождения вы уже видели. Мы отмечали его в Нью-Йорке. А Пашин день рождения должен был быть в стиле Rich Beach, если бы не долбанная кредитная система Airbnb. Так что, ну, сорян. Ну, по-моему, Паш, днюха в Майами тоже ничего. Все. Можно остаться дома, просто подписать, отмечаем день рождения в Майами. И все, и уже удалось. И пальму снять. И уже удалось. У меня вообще аллергия на пальмы. Да нет, честно, уже Майами приелось. Пальто. Ты вообще зажравшаяся. У нас вообще была такая большая проблема. Мы очень долго не могли найти дом. Какой же мы хотим снять дом, чтобы отметить день рождения. И мы поняли, что мы зажратые твари. И нам очень тяжело угодить. Ну вот. А у меня вообще аллергия на пальмы. Представляете, образовалась в Майами. Так. Ладно, едем отмечать. Скоро вам все покажем. Оставайтесь с нами. Погнали. Такая Так, ну мы приехали. Вот такое вот местечко. Домик такой, подъезд красивый вот так. Алиса сразу увидела, говорит, вон там вот церковь. Это, говорит, значит, что Иисус нас защищает. Значит, все, говорит, будет классно. Ну все, теперь нам надо вскрыть замок, любимый. Надо теперь вскрыть все происходящее. Я так каждое видео говорю. Если вы под... Так. Да, покажи брейсы с новой своей. Угу. Если вы не поставили лайки или подписались или колокольчик не поставили, завтра вам бабайка придет. Да, что-то новенькое. Так, ну. А собаки? Сейчас заберем. Сразу. Бесплатный компьютер. Компьютер? Монитор. Бесплатный монитор. Фламинго! Фламинго. Фламинги. Фламинго! Сейчас, гайс, я вас протру, как обычно. Я где ваша комната? Здесь, наверное. А, у вас тоже большая. Да погоди, ребят, ну это Никитина. Вон еще комната, да? Вот здесь свет работает. Так, у нас свет не работает, да, в комнате? Ух ты! Вау! Вау! Игровой центр, Эрика, смотри! Опачки, удочки. Удочки есть. Эрика, смотри! Давайте дом сходим. Мы тут. Подождите, большой есть. Wait, guys. Эрик, телефон положи. Подводить. Я вам... Куда? Глубоко. Подождите, здесь глубоко. You can't jump. Так, ну вот самая главная территория, которая меня волнует. Я буду здесь сидеть, чилить, смотреть на воду. You can go there without... Аккуратно, аккуратно, отошли от бассейна. Гайз, да подождите вы. Да мы только за... Ну мы только зашли, дайте взять вещи. Эрика, подожди. Бассейн, надо одеть купальники. Одеваем купальники. Давайте оденем купальники и плавайте сколько влезет, никто не против. Для вашего интереса будет два. Я поняла, это трындец. Окей, гайз. Атакуем! It's gonna be amazing vacation. Эй! It's going to be silent.
Паш, мне кажется, мы зря взяли мало дней. Надо было взять по 10 число, походу. Посмотрим. Окей, что происходит? Псятиной воняет уже на весь двор. А почему, расскажите нам? Понятно почему. Вот почему. Потому что шальная собака одна фигарит воду просто. Пьет вместо того. Блейк, а чё ты не хочешь? Мира! Мира просто невменяемая. А я просто глаза шальные, посмотри на нее. Блейк плавать идет. У Блейка с плаванием проблемы. Все, у собак там своя прогулочная зона. Все. Все, чтобы вы нормально поплавали. Чилим. Да. С арбузиком. О боже, что там происходит? Давай. Так, у нас вот такая небольшая бытовуха. Мамулечка нас тут готовит салатик. Будет курочка с картошечкой. Собаки вроде успокоились, Басик не лазит. А там сидят, смотрят телек уже. Вот Эрика кайфует, вообще кайф. Мультик смотрит. Да? Помаши ручкой. Да. Не, аккуратненько, не трогай. Детская комната прикольная такая. Слышишь, это единственный момент, Кать. Ну типа... Типа любую аппаратуру могу подключить, включить, взломать, там все что угодно сделать. Но только когда касается дела стиралки. Очень классно сделана вот такая эрия здесь для собак. Огражденная заборчиком, зеленая зона с водичкой там. Единственное, я бы еще бы с крыши бы натянул бы такой тент до забора, чтобы была все время здесь тень. И какие-то такие мини-поливалочки бы поставил, чтобы собакам остужаться можно было такой вот. Ну, естественно, на траву бы застелил бы искусственную. А так вообще кайф. Вон эти чилят уже там. Ну так, покажу здесь вид тоже. Вот такая красота. Вот завтра будем плавать на бадлбордах на этих. Такой вот здесь красивенький пирс. Сегодня, может быть, даже рыбку половлю. Все-таки нравится мне отдыхать в домах, где есть вот такая вот... такой пирс, можно поплавать. Тут всегда движуха, лодочки какие-то проплывают, кто-то катается. А здесь еще и Басик, это вообще кайф. Я поймал! Я ему лапы оторвал, блин. Не бойся, только не бойся. У него... Держи сверху. Мира! Доставай, у него маленькие эти самые, он не укусит. Эти безопасные. А, прямо так? Да, они же, видишь, маленькие. Вон... Эй, Мира! Блин! На. Как ей не стыдно. Просто, Мира, блин, дайте краба. Безопасно? Да, это... Мы ему уже все лапы оторвали. На ладошку сначала положи, маме. Да сейчас, обойдетесь. Нет, вот так, да. Нет! Нет, простите. Да, давай. Ладно, нет. Мы сейчас тебе его закинем в кровать. Не могу. Нет, на ладошку нет. Надо на ладошку. Я не могу, простите. На ладошку положи. Вот на ладошку положи. Не буду я класть на ладошку. Вот так убил. Да сейчас ты его кинешь в меня. А вот так. А где Эрика и Никита? Эрика там, а Никита на улице там. Что? Никит! Все, он сидит, вон нормально все. Где он? Вот там смотри телек. Пойдем засунем ему штаны. Не, он очень боится, не надо. Кать.
Так, итак, у нас курочка, вот такой вот у нас стол замечательный, вот мы все. И мы смотрим премьеру нашу про ролик «День рождения» в Ютубе, в Нью-Йорке. Не выпустилась, закрытая ссылка, видишь? Ну да, потом же выпустит, да. И я видео буду... Ну вы уже увидите, скорее всего, потому что мы выпустим его первым. Ребята, я вас сейчас сфоткаю. Сейчас сфоткают вас. Сейчас покажу, вы котики. Ребят, вас сфоткали, смотрите, как вы все выглядите. Вот да, вы котики, вот какие милые котики. Вот, это наши подписчики, они котики. Все наши подписчики, красивые котики. Вот да, такое я... мнение о вас, наша Алиса. Вы и все я, очень... Я. И ты, конечно же. Да, ты же наш подписчик. Все наши подписчики, я, милые котики. Я. И ты, давай, ты хочешь сказать? И вот, вот. И вот кровь. Это помидор, да? Но это кровь, окей. А зачем кровь? Кого ты съела? Все, ладно, это пошел уже трэш-контент. Я захваню вас на моем телефоне. Да. Значит, у нас игуана прыгнула в бассейн. Сейчас собаки будут ее ловить. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Мира, ты готова? Мира, вот, на! Смотри. Стой. Мира, вот. Сейчас она ее увидит. Подожди. Она, мы хотим поднять игуану. Ну, не хотим, но просто, что собаки не начинают, типа охотиться за ней, будет все. Да? Вот, она заметила, походу. Ванна, Мира, ванна. Мир, ты видишь или нет? Во, лезет наверх. Да, лезет. Заметила. Я достал ее. Тихо. Нет. Она маленькая совсем, пусти ее. Паш, пусти ее, только не в бассейн. Ну не в бассейн, наружу. Можно? Нужно запретить себя, она долго под водой была. Вот и как красоту снимать, когда ты здесь сожрал вафель просто, блин. Вафли, кто жрет в таком крае? Откуда ты их взял вообще? Я пришла домой. Стоп! Увидела, приехала две посылки. Думаю, пойду посмотрю, что за посылки пришли. Захожу на Amazon, что нам доставлено. А там в списке доставка вафель в огромных количествах. Объясни мне, что это? Потому что я на кето скоро, и надо чуть-чуть... Да, но почему там доставка вафель приходит после того дня, когда мы планируем идти на кето? Нет, 8-го приходит вафли. Так мы здесь. Ну, я планировал, 9-го приеду, докидаюсь ими. И все. Какие вафли? Вот эти вот вкусные. Я не спрашиваю. Вот эти вот такие вот вкусные. Ты бы их попробовала, реально вообще просто мозг летает. Иди, знаешь куда. На, вот, открывай. Короче, в чем прикол? День рождения у папы завтра. Да? И Паша заказал себе, говорит, хочу подарок. Тяжелые. Хочу Маши. Подарок. Лухари. А получился лохари. Подарок. Придется просто докупать еще какие вещи. Да это потому, что я тебе уже предложила так. Поэтому говорю, давай, открывай теперь заранее, потому что, как мне кажется, с размером, друг мой, ты не угадал. Распаковка лухари подарка. Да. Вместо завтра распаковываем сейчас, потому что размер подарка не соответствует тому, для чего этот подарок предназначен. Короче, ты сам ткнул пальцем, что ты хочешь. А оказалось, что это не то. Вообще, короче, еще это супер браслет с золотом 24 карата, да, там с брюликами. Какими брюлики? Господи, или нет что? Там, ладно, нет, все, не а важно. Что там? Там же, ну, какие там... нахрен брюлики-то, откуда там взялись брюлики, объясни. А, ну там же вон блестюшки были какие-то. Просто 24 карата золота или что? Окей, все, давай, просто открывай. Аккуратно ломаешь вещь, Паш! Ой, а боже мой, посмотрите на него. Ты не в Минько. Что происходит? На этапе распаковки Паша сломал коробку.
Паш! Блин, ну выглядит реально офигительно. Вы уже не... Я отвернулся, давай, я снимаю, но я отвернулся. Вот за что уже, вот так? Я отвернулся, я пока не смотрю, подожди. Собери обратно, я правда не смотрю. Это уже не соберется, потому что ты сломал. Просто посмотрите на него, что за этот... Тихо, тихо, не комментируй, я ж не смотрю. Просто молча почини, это ж подарок. Ты уничтожил подарок, блин. Дай сюда. Подарок. Сломал вещь. Блин, ну какая она тяжелая, блин, вообще просто. Офигеть. Коробочка какая замечательная. Да, но только это не подходит тебе. Ты не то. Ладно, мы все, уже хорошо. Мы докупим кое-какую вещь, что подошла. Ты же сказал, ты не уверен, что так надо. Сейчас хорошо. Посмотрим. Она достает... О, шкатулка, да? Золотая карточка какая-то? Что это написано? А это кто тебе, да, этот... Сертификат, что это все из золота, там все дела. Тихо, да. С пробами, да, там, или что это? Да это просто визитка чья-то. Но нет, сертификат. Нифига себе, визитка золотая, как будто. Угу. Сертификат написано. Да, хорошо, надо почитать, что это. Так, это сейчас, подожди. Дай сначала ширпотреб посмотрю. Это кейс на Apple Watch. Отверточка тебе. Я тебе подарила золотую отвертку. Видишь? Золотая отверточка. Знаешь, аккуратно, не растеряй что-то. Если для пупка такие штучки очищать, короче, да? А я тебе золотую отверточку просто подарила. Что это? Я не знаю. Это на что одевать? На чехол. На... Это ты одеваешь на часы перед тем, как туда вставить, наверное. Понятно. Золотая отверточка тебе. А, то есть мы заплатили деньги за золотую отвертку. Блин, отвертка топ. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Спасибо, я всегда мечтал золотую отверточку. Пожалуйста. Супер. Все, вообще. Поздравляю. Все. Я не удивлюсь, если кто-то тебя сейчас толкнет, ты себе в мозг воткнешь, мы поедем в скорую. Да. Так, ну что, я готов. Блин, какая офигенная коробка. В ней можно просто... котят хоронить. А запах реально пахнет дорого, короче. Так они, да? Приехали откуда? Со Швейцарии. Да, вот. Если бы ты начал нормально открывать все, мир бы узнал, что они... Первый раз она весит. Ну. А, это сертификат на гарантию, то, что это год гарантии с момента, да? Продажи, да. Слышите? Боже, ты не мог вот это об это просто постучать, чтобы люди поняли, что железное? Зачем было стучать об зубы, которые стоят дороже, чем эти часы? Я ж тебе говорила, что это не то, что ты будешь носить каждый день. Паша говорит, я буду носить их каждый день. Тихо. Ты не будешь носить их каждый день, потому что это неудобно. А где брюлики? Там не должно было быть брюликов. Черные, это другие были, да? Да. Все, мы выбрали эти, точно. Я выбрала эти. А что они черные? Это чехол, это не часы, я показываю, чтобы не отсвечивало. Это не часы, это чехол на часы, браслет, кейс на часы. О, как всегда, я люблю это. Это обязательно нюхнуть надо, да? Это давай, насыпай дорогу. Закидываешь. На мой день рождения мы ехали в Гонжубасовый штат, а здесь из Швеции прислали здесь где-то насыпать. Швейцарские, крупные камни такие. Да. Офигеть! Я же тебе сказала, это не то, что каждый день носить, Паш. Ты, говорит, маленький браслет будет, я не хочу такой маленький. Это золото, реально, офигеть. Швейцария. Брюлики, говорит, где здесь? Какие тебе еще сюда брюлики? Я забыл. Куда тебе еще здесь брюлики? Так, стой, мне нужно одеть его. Я тебе такие буду коллекционировать. Мне следующие нужны... Черные? Да. Я же тебе сказала, что сюда нужно просто взять часы, которые ты, хоп, достал, когда куда-то и сделаешь. Короче, суть в том, что у меня... Такой, я не хочу, чтобы у меня лежало что-то в шкафу, что я буду редко носить. Сейчас. Потом такой, нет, я готов коллекционировать. Суть все, теперь хочу. Я не особо люблю Apple Watch, то есть носить как бы неудобно, да, там сообщения приходят, все дела. У меня есть простые часы, там еще от папы тоже такие достались классные. Там я себе покупал еще с Катей. Вот, и... Ну, как бы, из браслетов и часы мне сами нравятся, как бы. А Apple Watch мне тоже чем-то нравится, но мне никогда не нравилось, что, ну, фигня носишь, вот, вот не браслет, ничего, как бы, вот обыденно, как бы. И я вот тут такую штуку нашел, как бы Катя показал, такого плана, там разные. А, то есть ты даже готов эти Apple Watch поменять на что-то другое, лишь бы браслеты теперь, да, менять? Да. Тут можно регулировать, да, браслет, там, вытащить определенное количество штучек золото этих. Золото, сдать его, да,
Ну, мало ли, ты накусаешь там несколько килограмм. Ну да, черненькие нужны тоже будут иногда. И с брюликами можно, короче, играться. А там же есть разные вообще, ну, куча разных браслетов. А как кейс открывается? Там, слушай, ну бомба. Откручивается там заморочки. Золото. Вообще просто. Там были розовое золото, еще какое-то, но я решила взять именно такие, потому что у тебя цепура такая. Алис. Смотрите, золотые какие. А как они открываются? Отвертка тебе для этого, Паш. Потом. Так, это мы будем все решать завтра. Это мы сейчас просто проверяли, возвращать назад их из-за того, что часы у тебя другого размера, или оставлять. Да не, нормально. Нахрен, говорит, да, возвращать, я лучше часы верну, да, возьму, да, другие, чем... Не, возвращать мы не будем. Так что, маленькие они, девчачьи? Говорит, маленькие, девчачьи, ну, слишком. Нет, на руке прям... Маленькие? Дорого-богато. Я же говорила, это цыганщина. Моя тема, да? Я же тебе сказал, что это не как папина, что это, ну, совсем другая, ну, опция. Да, такие прям, что это не каждый день носить, что это, вот что это менять лопата, браслетики и играться. Да, это хороши, не на каждый день. Хороши. Это тебе говорю, ты идешь к себе в гардероб, достаешь разные такие. Сегодня хочу вот в этом, сегодня вот в этом, сегодня вот в этом, сегодня цепочку надену, сегодня это. Это пришло из Швеции или Швейцарии, как правильно, шведен? Нет, Швейцария, шведский, Швеция. Шведом. А ну подай телефон, дай загуглить. О, как хорошо с моим этим браслетом сочетается. Хороши, хороши, хороши. Спасибо, хороши. Окей. Целую коленочку за это. Вот. Ну, день рождения у тебя завтра, поэтому убирай. Да, запаковывай. Вот что сделать. Вау! Во, лучше было! О, шишкой. Я сняла, Алис, как ты шишкой не рядом. Во! Все, выходим. Да. Все, отходим, быстро. Вот тут наш вечерочек вот такой вот. Мультики, дети. Алиса с подружкой трындит по видео, да? Ага. И шарк папе у Ирики, да. Накупались, поплавали еще на бадлборде. Вода здесь, конечно, грязная, но прикольно все равно. Никита в айпаде сидит. Никита себе уже поставил стол, все, с компьютером мы его подключили, сидит же. Сегодня у нас ужин так вот будет. У нас сегодня такое, как всегда, мы нюхаем баранину, дети едят. А мы жрем курицу с мамой, да, мамуля? Да. А это что за морда попрошайка? Блейк, сидеть. Guys, let's go. Блейк, сейчас, на. Да, здесь есть. Блейк, на, сейчас я вам фокус покажу. Вот, Блейк, сидеть. Зайка, зайка, давай, ты не езжай, зайка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Иди, мир ошли. Давай, Саша. I want. Не. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. А теперь погнали. Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? Are you six? Are you seven? Are you eight? Are you nine? Я подумаю, пока. Are you eleven? Серьезно? Скип. Are you 30? Are you 21? 32? 33? 34? 35?
36, 37. Никита, будешь кусать? Да. Давай. Эй, Эрика, Эрика, не ешь весь, ты что? Мы же все будем тоже кушать тортик. Да, 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 да. С днем рождения! Да, потому что папа ей звонит. С днем рождения! Еще одна! Happy birthday to you! У мамы моей тоже сегодня день рождения. Dear mama! Happy birthday to you! Рождение нас! Эрика, хватит жрать торт! Давай, дари! Я боюсь. На, Кать. Давай, показывай. Давай, 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 давай! Это как хату. Рассказывай, что. Это как хакер поймал черного хакера, какой у тебя 50 баксов. Это хакер поймал черного хакера. Я хакер вот этот белый, хороший, поймал черного хакера. Это ты поймал его, когда у тебя день рождения уже. Да. Во время праздника. Да, я же белый хакер, да. Никит, неси свой подарок. Где твой подарок, Никит? Кто это хакер? Дома. Как и с моим днем рождения, тоже дома забыл. Ладно, дома подаришь, приедет скоро. Никит дома забыл. А где твой подарок? Все, мамуля, с днем рождения тоже тебя. Да. Тебе. С днем рождения! Ирина Сергеевна, здравствуй! Мы, конечно, виделись сейчас, но я хоть, господи, здравствуй! Мы соскучились! Привет! Хватит спать, вставай компьютер чини. Выключай. Я пишу самый большой, потом Никита, мужик, да, поэтому... Ну, тоже Никита сейчас. Можно. Спасибо. Эрике? Эрика выбрала вот этот? Мама звонит. Я скучала. Бабушка Оля. Машуня, я тебя поздравляю. Все, что хотела сказать, я вообще зашла из этой квартиры. Все, что хотела сказать. Я тебя люблю, все хорошо. Я сегодня пересмотрела вашу. Кого пересмотрела? Ну, ваш лагерь. А, лагерь. Да. От Алиски получила смс-ку. Я написала ей, я посмотрела. Тебя с именинником, чё? Тебя с... Ты у нас в ролике будешь. Да. Вот, кадр должен был быть вот таким. С днем рождения! Вот так это и отдыхает банда. Банда? Мама, греби нормально, давай! Труба зовет! Все, бросай весло! Первые 45 годиков в жизни мальчика самые сложные, да? Вперед! Давай, Блейк, помогай! На, Блейк! Блейк, Блейк, иди сюда! Давай! Ну, Блейк, помогай, давай! Давай, 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 молодцы! Мама привезла тут вообще просто убийство. Глушнину полнейшую. Гайз, если вы будете в Майами, вы обязаны есть роллы в Суши Зей. Они не выездные, можешь не рассказывать. Ну, есть же, наверное, нас же не только смотрят не выездные. Не, ну, ребят, это стоит того, чтобы идти через Мексику. Вообще, просто стоит, чтобы в Америку переехать только из-за этих роллов. Отвечу, бак. Нигде таких в жизни мы не поедите. А мы знаем, что говорим, мы профессионалы по роллам вообще. Мы роллопожиратели, любители, объедатели. Вот это вообще, вот это авторский рецепт, так, который делают только его, нам. Его даже в меню еще до сих пор не... Его делают только нам. Дождь.
Мира, это не тебе. Ой, какое у нас застолье просто. Давай же жрать, я не способна стол сервировать даже на ночь. Кайф вообще, сейчас будем лупашить, да? Хочет услышать пожелания в ролике в этом. Ладно, мама жует, пока пропустим. Алиса. Я желаю тебе, чтобы он всегда... Работал. Чтобы постоянно работал? Нет, что ты мог... Здесь звук. Это мне все дано. И что? Тихо. Тихо, не слышно. Не болел, а в этот месяц или следующий, или никогда. Что я называю телепанал Акила Черного. И... Кем Черного. И все, да. Давай, чин-чин. Я хочу, чтобы папа был хороший день. Он забыл, он уже пошел. Тихо, тихо. Не перебивай Никиту. И у него был нормальный день. Угу. Ага. Все его любили, его Иисус устоял. Угу. Дал ему еще одну жизнь. Угу. У тебя было три жизни. Угу. Так. Я. Сейчас, подожди. И мы тебя любим, папа. И хороший папа мне. Спасибо. Эрика теперь хочет. Давай, Эрика, теперь ты. Папе поздравления. Красава, какашка. Папа, красава, какашка? Я лава жена. И ба-ба-ба. Окей. Я тебе желаю, чтобы в этом году рядом с тобой была красавица жена. Она была прекрасна всегда. Тихо. Чтобы она расцветала рядом с тобой. Чтобы она становилась только краше, моложе. Чтобы у нее на все хватало, чтобы у тебя всегда на все хватало. На жену ее хватало. Запросы, да, удовлетворить, чтобы она тебе всегда радовала глаз твой. Чтобы она была просто один глаз, чтобы радовала. Ты по себе говоришь. Нет, я желаю. Он спалил тебя, я желаю, чтобы твой взгляд всегда любовался твоей красавицей женой, чтобы она тебя вдохновляла, воодушевляла, и для этого, чтобы она просто была всегда прекрасна. Ты да. Если что. Короче, чтобы она вообще была потрясающая соска. А тебе хватало, чтобы она такой была. Чтобы она была. Подожди, а у меня уже жена потрясающая соска. И чтобы она вот такой оставалась и была еще лучше. А тебе чтобы хватало на все это, чтобы удовлетворить. Поддерживать, да? И удовлетворить и поддерживать, да? Чтобы тебя сил хватало. Я не могу, да, я не могу сил сказать это пожелание, потому что у нас детский канал, но чтобы у тебя... У нас детский канал. У нас есть дети. Ну что? Поэтому я тебе желаю, чтобы у тебя... Чтобы ты дальше так же справлялся, да? Чтобы ты справлялся, да, чтобы твоя жена цвела. Спасибо. Понял. А я теперь хочу, чтобы все вместе закричали с днем рождения. Пожалуйста. Да блин, у меня еда во рту. Ну сейчас. Давай, Никит, ты готов? На счет три, Эрика, с днем рождения. Раз, два, три! Всю семью люблю, обожаю вас. Вы самая лучшая семья в мире. Напишите комментарий папе, поздравление, что у него... День лучше стал. Мы их обязательно прочитаем. Да. Так, у нас вечером покер с детьми. Мы играем с детьми в покер на бабки. Ну мы реально, кстати, на бабки играем. Да. Ну ты сколько, $5, да? Кто проиграл там и кто выиграл, что там? Эрика у нас рисует. Красиво, Эрика, что ты рисуешь? Никита Бойстей. Никита Бойстей, ты купа побелзди. 4, 5, 6, 6. Не позорь меня, я крупье работала. Рассказывай. Сегодня у нас распаковка. Так, пришел мне еще один подарок. Моей любимой жены. Моей любимой женщины. Неповторимой.
это часики, потому что так как это слишком большие, мне нужны детские. Бля, детские, блин. Ну, чуть поменьше, 45. Это 49, а это 45. Тряли на часы еще из-за того, что... Привезли прямо сюда, в наш дом. Да. Пришлось брать еще одни часы, потому что браслет не вмещал его ультра. В чехольчике лежат, да? Ну, это сами часики. Да, пока ты там распаковываешь браслет, я уже распаковала сами часики. С днем рождения. Спасибо, дорогая моя. Ну, будет это типа того. Только надо вот убрать еще несколько звеньев здесь. А можно звенья золотые сдать? Они нормально весят. Давайте зубы из них сделаем. Кстати, реально, да? Сюда не хватает еще перстня моего того, цыганского. Ой, господи Иисус. Да, я тут. Офигеть. Они шведские. Да, они такие, слышь, они тяжелые, как их носить? Еще часы сюда вставил, реально, блин, к Apple Watch, блин, можно сумасшедший, вот что так, человек. Можно типа вот так вот. Господи, я... Как я 10 лет с тобой продержалась? Я не понимаю. У нас годовщина была несколько дней назад, да? Почти неделю. Десяточка, да. Мира, что ты жрешь? На свай жрешь. Выплюнь на свай, это мой. На улице дождь. Мы завтра уезжаем. Блин, ну прикольно все равно. Я обычно не сильно любил Apple Watch всякие. Мне больше нравятся такие часы из-за браслетов, из-за циферблатов. Ну, обычные у меня есть. Цифербратов. Циферблат. Когда я увидел такие вот серию, там разные есть. У меня целая книжечка, кстати, есть там с браслетами с разными. Следующий мой будет черный браслет. И с камнями вот тут по кругу. Все, последний дембельский заход. Не последний, я заказала 1,5 килограмма медовика. Знаешь, сколько стоил торт? Ух, боремся тортом. Блин. Знаешь, сколько стоил торт? Сколько? Медовик. 90 долларов. Ты за хвостом бегал, только что ты видел Турнетту. $90. Ты сколько заказал? И десятка доставка. Просто тортик медовик. Ну, он размером работа. Как, с меня? Не-не, ребят, просто вы должны понимать эту тему. Когда наши... Иммигранты делают что-то и продают туда, они продают торт, блин, за 90, мать их, долларов. Когда ты приходишь в магазин и покупаешь торт Мирель, он стоит 9,99, как вот мы видели на день рождения. Когда наши решают печь торт медовик и продавать его на заказ, они продают его за 90 и доставку десятку. То есть торт за 10 и торт за 100, ты понимаешь? Торт за 10, торт за 100. За 100. Во Францию собралась, да? Во Францию. Ну, короче, я сама не знаю, почему он так много стоит. Я покупала здесь раньше медовики не за такие деньги, но решила попробовать, что же это там за вещь такая невероятная. Но, ребят, это не все. У нас уже завтра Никитин день рождения, надо пережить. Короче, мы классно провели время. День рождения было супер. Ну, блин, про меня проверять или что делать? Ну, зачем все Никита пикивать? Давай закончим ролик. Никиту не будем снимать. Наверное. Может, я хоть глоток кофе с утра сделаю? Блин, ты заколебал, честно. Никита. Ну, Паш, ну правда. Вот у меня это начинается, как бы. Будем впихивать, не будем, посмотри. Все, ребят, школа, давайте. Не школа, начинается буря! Буря начинается. Пока! С днем рождения тебя, старик. Счастья, любви, радости, роста, процветания, терпения тебе. Мы должны вот все окутать вот это. Все должно быть наше. Африка нас ждет, старик. Люблю тебя. С днем рождения. Паша, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья тебе, твоей семье, чтобы в программе твоей счастливой жизни не было сбоя, чтобы твоим разработкам не были страшны никакие вирусы, чтобы твоя деятельность была запрограммирована только на успех, и чтобы твое сердце было запаролено от всех невзгод и неприятных событий. С днем рождения! Пашенька, дорогой мой любимый человек, хоть мне и запретили вылезать, поздравлять тебя, но я не смогла, не удержалась. Очень люблю тебя, ценю нашу дружбу. Ты профессионал своего дела, двигайся вперед, развивайся, поздравляю. Павел, по радио заботливые люди сегодня передали, что у вас день рождения. Пользуясь случаем, передаем вам самые лучшие пожелания в этот день. Счастья, здоровья, солнце сегодня светит ярче вообще на всей планете, потому что родились вы в
Вот, эти замечательные люди вас любят, ценят и уважают. С днем рождения, Павел! Павел, поздравляю с днем рождения. Я знаю, что деньги, конечно, это не главное, но главное их постоянное присутствие в нашей жизни. Поэтому я желаю, чтобы они всегда у вас были в нужном количестве, чтобы всегда ваши доходы превышали все ваши статьи расходов и даже образовывать положительное сальдо. И также это очень хорошее успокоительное средство, поэтому пусть оно всегда у вас будет в нужной дозировке. Павел, от лица Крымклининга дезинфекция поздравляем тебя с днем рождения. Самое главное – здоровья тебе и твоим близким, успехов во всем, счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Уважаемый Павел, от лица Кур-центра «Регионы» хочу поздравить с днем рождения, пожелать здоровья и, конечно, мотивации для генерации новых идей, новых задач, новых побед, как в работе, так и в жизни. Поздравляю! Павел, с днем рождения от всего феодосийского коллектива! Неиссякаемой жизненной энергии, здоровья и простого человеческого счастья. С днем рождения! Павел, регион Нижний Новгород, Клининг, заботливые люди, пансионат, поздравляют от всей души, от всего сердца с твоим праздником, днем рождения. Да, и пожелать хотим здоровья крепкого, радости, успехов, побольше креатива, неиссякаемых сил и энергии. И Божье благословение тебе и твоей семье. Да. Брат, приветствую тебя. Хочу от направления наркологии регионы поздравить тебя с днем рождения. И, наверное, знаешь, хочется пожелать тебе, чтобы планы, цели, видения, которые ты имеешь на сегодняшний день, чтобы они исполнились. Поздравляю тебя. Паша, Саратовского отделения, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего наилучшего, счастья, любви, процветания. Всего-всего наилучшего. С днем рождения. Паша, дорогой наш партнер, и я бы сказал, даже друг, потому что нас объединяют общие наши жизненные усилия. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю в первую очередь тебе и твоей семье быть счастливыми, здоровыми, преуспевать во всех начинаниях. Вот. И желаю, чтобы действительно каждый день, независимо от тех обстоятельств, которые в нем будут, все равно радовал тебя просто как жизнь. Вот. И спасибо тебе за то, что ты с нами. С днем рождения!